Музыкальный коллектив «The Black Blues Orchestra» и его лидер Владимир Аветисян сегодня выступали в Самарском государственном экономическом университете. Исполнялись композиции из программы «Антология блюза». Как рассказал ректор университета Габибулла Хасаев, к Владимиру Аветисяну обратились с просьбой провести встречу со студентами. По его мнению, им было бы интересно пообщаться с человеком, имеющим огромный опыт в организации бизнеса, антикризисного управления, добившегося в этой сфере огромных успехов. Выпускник Куйбышевского инженерно-строительного института в 2001 году Владимир Аветисян защитил кандидатскую диссертацию в СГЭУ на кафедре экономической теории по теме «Предпринимательство и предпринимательский доход в современных условиях хозяйствования». Сейчас он является советником генерального директора госкорпорации «Ростех» и заместителем председателя правления компании «Роснано». Но учитывая то, что Владимир Аветисян еще и лидер «The Black Blues Orchestra», встречу решили провести в необычном формате и добавить в нее музыкальную ноту. Так что студенты СГУ не только смогли задать ему любые вопросы, но и приобщиться к лучшим блюзовым композициям в отличном исполнении.